Сергей Кучинцы, жители Железнодорожного. Мы сегодня приступаем к разбору огородов. Это один из самых важных этапов защиты Кучинской березовой рощи. Полтора года назад, когда мы здесь все начинали, конечно, было все очень тут загажено, запущено. И самую главную нам предъявляли застройщики упрек, а что ж у вас тут вся территория под огородами? И вот, наконец, после долгих и мучительных попыток эти огороды демонтировать, у нас подключился к работе фирма Мортон, которая выделила бригаду, и огороды будут демонтированы в ближайшие несколько дней. Вот, конечно, очень много цветов. Тут у нас пенсионеры работали, дачники, которые сделали внутри огорода красоту, но уже 2 или 3 года говорится о сносе огородов. Огороды незаконные, поэтому они будут демонтированы. Вот. У меня есть мечта. Мечта, чтобы наша Кучина превратилась в большой, славный, красивый парк. И один из кусочков этого парка будет у нас здесь, в Кучинской березовой роще. Здесь, рядом с огородами, мы возродим Аллею Победы. Ту самую, которую в 1945 году заложили наши предки, наши старшие, сразу на радостях после победы в войне. А тогда мы победили в войне, наш народ. Тогда, сейчас мы победили в защите рощи. Ну, а приходите на выборы 8 сентября и победим все вместе. За кого голосовать, это здесь вы знаете. Я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить администрацию городского округа Балашиха, вот, и лично Вартанова, который очень так хорошо взялся за обустройство. Очень хочу поблагодарить Таню Трисну, нашу активистку. Она у нас добилась того, что будет установлен детский городок. Вот, и как раз она добилась сноса огородов. Вот, очень хочу поблагодарить Михаила Николаевича Навика, нашего генерала, потому что без Михаила Николаевича никакого бы обустройства здесь наверняка бы не было. И хочу поблагодарить каждого из защитника и каждого из кучинцев. Чем больше мы будем сюда приходить, тем больше мы будем, тем красивее у нас будет и жизнь, и вообще все будет хорошо и замечательно. А высадим здесь несколько тысяч деревьев осенью. Вот, сделаем дорожки, сделаем детский городок, сделаем каток, так что зимой здесь будем кататься на коньках. Готовьтесь.